Добрый день, уважаемые севастопольцы. Мы нашим движением «За наш город, Герой Севастополь» подготовили письмо нашему губернатору Михаилу Владимировичу Развожаеву. Значит, так как в преддверии празднования профессионального праздника Дня строителя, который состоится в эту субботу, 12 августа, наше общественное движение «За наш город, Герой Севастополь» ходатайствует перед Михаилом Владимировичем Развожаевым, чтобы он наградил заслуженного нашего деятеля города-героя Севастополя, ветерана строительной отрасли города Севастополя, пенсионера Шестернева Владимира Николаевича. Я перечислю, что сделал Владимир Николаевич за все это время. Несмотря на свой почтенный возраст, Владимир Николаевич ведет очень активную общественную работу, защищает и отстаивает интересы севастопольцев и города-героя Севастополя. Владимир Николаевич по праву является патриотом города-героя Севастополя. За время работы в строительной компании города Севастополя с 1970 года он успешно трудился на должностях мастера, прораба, главного инженера, начальника строительного управления номер 50 Треста Севастополь-Строй, вплоть до 2000 года. С 2000 года по 2016 год Владимир Николаевич работал заместителем директора строительства ООО «Юг-Юнир-Ресурс». За этот период было построено большое количество объектов. Это пансионат «Форосский берег», обустроен пляж с водозащитными сооружениями, эллинг для прогулочных катеров в поселке Санаторное. Владимир Николаевич принимал участие в строительстве поселка для пострадавших от чернобыльской аварии в городе Бородянка в качестве начальника отряда. За время работы в Тресте Севастополь-Строй построил 4 детских сада, 7 школ, известную гостиницу «Крым» и кинотеатр «Россия», а также учебные корпуса Севастопольского приборостроительного института, здание проектного института на улице Гагарина, более 40 жилых домов в различных микрорайонах города-героя Севастополя. Общий трудовой стаж и область строительства Шестернева Владимира Николаевича составляет более 59 лет. Это высококлассный инженер, опытный руководитель, оперативно принимающий решения и достижения поставленной цели. При выполнении должностных полномочий проявляет высокую компетентность и целеустремленность, обладает организаторскими способностями. За период работы зарекомендовал себя как грамотный специалист, ответственный руководитель, в коллективе всегда пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Трудовые заслуги Шестернева Владимира Николаевича на протяжении всей его трудовой деятельности были отмечены благодарностями, грамотами, большим количеством наград, а также его имя занесено в книгу почета Треста Севастополь-Строй. Мы сегодня приняли решение, у нас было порядка больше 10 человек, мы подписали это письмо, даже покажу, тем, что наш совет обращается к вам, уважаемый Михаил Владимирович, чтобы вы поощрили и наградили такого человека, потому что человек этот заслуженный, он патриот города, еще раз повторюсь, он заслуживает награды. Поэтому мы просим вас от нашего совета наградить Владимира Николаевича Шестернева. Больше, чем в Севастополе принято, то есть на нас уменьшили, мы все делаем для севастопольцев, никто же не спорит.